Уважаемые преподаватели, дорогие студенты Академии ТОП и все, кому интересен проект MyCity Виртуальный Барнаул. Проект начинает приобретать реальные черты. И первое здание, здание Академии ТОП по адресу Кирова 51А построено. Второй этап работы – это строительство лестниц, интерьеров Академии, ее аудиторий, а также уличное окружение. Как только второй этап будет готов, можно будет делать рекламный синематик проекта и запускать его в жизнь. Хотелось бы поговорить о пользе проекта для Академии. Первое – это безусловное использование в качестве рекламы Академии, повышение престижа среди других учебных заведений, а также филиалов самой Академии. Второе – организация обучения в игровой форме, когда студенты, особенно дети, смогут получать знания через прохождение игры. Отыскать и получить домашнее задание – это раз. Получать подсказки и шпаргалки по полученным на лекциям материалов, заходя в цифровые порталы уроков – это два. Получать доступ к видеоурокам через игру. А также множество других обучающих фишек, которые могут придумать как преподаватели, так и сами студенты. Я уже не говорю о виртуальном гиде, который в формате 24/7 будет знакомить с Академией, рассказывать об обучении, знакомить с преподавателями. Думаю, что все преподаватели используют в качестве поощрения игры в конце урока. Представляете, если в подвале здания мы построим пейнтбол с возможностью разделиться на две команды и играть друг с другом по сети? А турниры студентов с преподавателями? Как вам такая возможность пульнуть краской в любимого преподавателя? Или побороться с директором, попробовав свои силы в айкидо? Понятно, что победить директора в реальном поединке шансов, скажем прямо, почти нет. Но ведь виртуально кто шустрее жмет кнопки, тот и на Олимпе. А через телепортацию вообще из любого класса можно будет улететь в любой район города. Конечно, когда он будет построен. Да хоть в космос. Любую игру можно будет связать с Академией и обучением в ней. А возможность студентов проходить практику не на абстрактных, а на полезных заданиях. 2D-реклама. Разработка рекламных баннеров для проекта. 3D-дизайнеры. Разработка и построение локаций для игры, интерьеры, экстерьеры. Не сказочных домиков и персонажей, а реальных зданий. А маркетологи? Это же просто клондайк для продвижения проекта. На нем можно отрабатывать все фишки, полученные на уроках, а потом остаться работать в проекте. А IT-специалисты могут делать программирование игры и выводить ее тем самым по сложности в топ с самыми популярными играми. Чем сложнее и масштабнее будет проект, тем больше будет желающих разместить в нем рекламу, а это уже бюджет для Академии, рост зарплаты сотрудников и реальные рабочие места для студентов. Сейчас мне уже нужна ваша помощь. Пока я делаю визуальную часть проекта, вы можете обсудить со студентами, какие игры им интересны, во что бы они поиграли с удовольствием, но не просто перечислить, а написать сценарий этих игр. Если кто-то уже видит, как может интегрировать свой предмет с игрой, это будет поистине бесценно. Увлекая студентов игрой, преподаватели смогут через игру продавать дополнительные услуги для студентов, захотевших попробовать себя в игровой индустрии, вплоть до того, что можно будет реально запустить обучение по созданию игры на базе этого проекта. И каждая созданная студентом игра будет жить в проекте, давая ему реальное портфолио. Антон Евгеньевич уже вложил свою лепту в проект, поддержав его не только морально, но и реально разработав баннер, который уже висит на виртуальном здании Академии. А вы готовы участвовать в проекте? Студенты могут как напрямую обращаться ко мне, так и через учебную часть. Я имею в виду тех, кто лично со мной еще не знаком и проходит обучение по другим дисциплинам. Я уверен, каждый со своей идеей может найти ее реальное воплощение в этом замечательном проекте, где будут ездить автомобили, автобусы, трамваи, работать спортивные залы,
банки, организации, зоопарки и все, что есть в нашем замечательном городе. Школы смогут проводить виртуальные экскурсии по старинным местам города, которых уже нет в реальности, а ученики благодаря этому почувствуют непреодолимое желание учиться в академии, которая смогла создать и запустить такой проект. Друзья, вы видите, что это все вполне реально. И только ваше неравнодушное участие может приблизить старт проекта. Всех нас ждут весенние каникулы. Я поздравляю вас с 1 мая, с Днем Победы. Желаю вам хорошо отдохнуть и надеюсь, что вы сможете своим творческим потенциалом реально поддержать проект и сделать его флагом Академии на ваших занятиях, интегрировав его в ваш обучающий процесс. А с вами был Владимир Суртаев, локомотив проекта MyCity Виртуальный Барнаул.